Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Watch Dogs. Итак, миссия открой. Открою. Открой свой мир. Часть первая. Хулигана я знаю давно, и он всегда скрывал свою личность. Он же из DeadSec. А теперь встреча. Это неожиданно. Давайте посмотрим, что он задумал. Меня не пройдет. Посмотрим на того, кто нам встречу назначил. Хулиган 17. Хулиган. Что? Хулиган 17. Мужик, ты че? Ага. Промашка. Хулиган 17. Клара у Карла украла кралу. Давай. Не ожидали? 17, значит. А хулиган тебя не смущает? Меня все смущает. Испугался, что ли? А должен был испугаться? Не будь параноик. Да ладно. Кто-то влез в мою жизнь. Угрожает моей семье и вдруг со мной хочет встретиться некий хулиган. И он, это она. Всюду ложь. Какая разница, кто тебе помогает? Я могу тебе доверять, Клара. Доверять, может, и нет. Вот, послушать стоит. СМС, что ты мне послал. Я знаю, где его найти. И для этого нужно было встретиться лично? Да. Именно для этого. Ты же хотел хакнуть DeadSec? Да ты шутишь. Будь поласковее. Я открою тебе целый мир. Но женщины любят кормить обещаниями. Давай. Тут все их грязные делишки. А у меня к ним доступ. Крадены, да? В этом сила. Только не дури. Сила в правде. Ты не доверяешь мне? Дай мне причину доверять. Ладно. Отправитель, как его найти? Работаем вместе. Глянь, что я тебе послала. А я отслежу себя. Давай. Начнем. Вот уж удивило, так удивило. А ты такой, как я и думала, Эйден. Все, отправляемся в наше путешествие. Так. Да. Мне твои очки навыков не нужны сейчас. Да? Интересно, это хулиган или Клара? Упростим задачу. Валя. Надо найти звонившего. А он хитрый. Его сигнал ведет в офисное здание. Клиенты, менеджеры, начальство. Все как обычно. Офисы, значит. Без доступа к системе никак. Не будет его, не будет чувачка. Нужно понять, как пробраться в здание. Этаж приема доставок. Это у нас самый нижний. Там тоннель. Самое то. Это ты прости, что был груб. Я знаю, что ты делал. Запугать меня хотел. Предсказуемо. Вторгся в личное пространство, потом взгляд, физический контакт. Искал слабые места. Ну и как, нашел? Так я тебе и сказал. Итак, там туннель. Где туннель? Вообще не вижу. Так, давай-ка пройдемся-ка еще сюда. Достичь. Достигнуто я достигну. Как пробраться туда? А, во. Вот сюда мне надо.
Блин, так. Осторожней, осторожней. Вот сюда нам. Теперь окунемся в мой мир. Так, 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 так. Ну-ка. Давайте посмотрим, всех рассмотрим, участников данного процесса. Кто у нас тут? Он скрылся. Ну, это знаешь, что ты за машинка был. Вот он ты. Так. Ох ты. Так, тут никого, да? Взорвать, взорвать. Хорошо. Начнем с простого. Так, всех завалил, всех убил, всех завалил. Только давайте посмотрим, какие у меня оружие есть. Угу. Это значит самое лучшее. Так, тут у меня полуавтоматический дробовик и вот такой дробовик. Давайте с дробовиками мы еще... С дробовиками мы еще не бегали. Вот и побегаем. Давай. Ух ты, а я тут был. Помню. Я в здании. Что там впереди? Судя по планам, там просторная галерея. И охрана, конечно. Кстати, эксплойты, что я тебе скинула. Отвлечешь охрану. С телефона запросто хакнешь любой девайс. Прямо любой? Ну да. Их мобильники, взрывчатку, рацию. В общем, любую хреновину на цифре. Ясно. Понял. Куда мне тут? Офисы. Найди комп, который можно хакнуть. Нашла. Брэдли Кофлин. О, нет. Главный по безопасности. Ну еще бы. Как взломаю, не тормози. Найди того, кто звонил. И вали, не то оба загремем в тюрьму. Да не волнуйся ты. Так, а мне куда надо-то? Кто бы хоть подсказал? О! Так. Туточки я, туточки. Тут я взломал. И куда далее? А, во. Тут камера, да? Блин, плохо.
Так, еще разок пробуем. Сюда. Туда. Вот сюда, вот, вот к этому типу надо. Так. Давай, куда ты меня? Итак, я тут. Понятно, понятно. Так, если я сейчас разверну ее. Потом сюда. Так, эту не поворачивать. Здесь только так. Опаньки, опаньки. Так. Говорю же, никакой не бана. Вообще все за взломом. И здоровенный такой, блин. Сеть сломали. Дерьмо, закрыть все входы. Найти суку. Тварь. Короче, ты в сети. Отследи звонок. Почти удалось. Калис, копов вызвали. Их суперсканеры мне никак не отключить. Тебе пора валить. Так. Вроде всех завалил. Потихонечку, полигонечку. Взяли патроны. Выход там. Вон он, выход. Покиньте галерею. Но с удовольствием. Дерево, сканеры. Засекут, как пить дать. У Датсек есть способ их заблочить. Погодь. Есть способ. Вот, нашла. Сейчас кину файлики. Создашь помехи и для сканеров, и для средств связи. Даже для гражданских. Так, генератор помех. Так. Поможет вам ненадолго приостановить работу сканеров. Так. Ой-ой-ой. Блин. Не успел, ладно. Да сейчас, ага, что еще мне сделать? Давай, я пока думаю, успею свалить. Ой-ой-ой. Это мой шанс, это мой шанс. Валим, валим. Свалили. Где тут у меня? Так, надо в магазинчик зайти. Прикупиться. Ну что, где звонивший? Я заколебался бегать. Так, а где у нас магазинчики? Медикаменты. А мне надо чего? Бизнес. Нет, мне не такое надо. Мне что-то как-то по-другому выглядит.
А вот такую штуку мне надо. Ой-ой-ой, как я далеко. Как я далеко. Да, есть. Давайте мотанем. Все понял. Будь осторожен. Все эти пляски с сигналом тебя заманивают в ловушку. Это мы еще посмотрим, кто кого. Так, мы подъезжаем к месту. Спасибо за совет. Давайте отблагодарим кого-то там за что-то там, за совет. Начинаем. Часть первая еще. Ух ты, еще часть вторая будет. Угроз моей семье к радушному приему. Дэмиан знает, что меня зацепить. Ладно, рискнем. Понятно, взлом. Хорошо. Взлом так взлом. Опа. Опа. Так. Давайте посмотрим, что у меня тут имеется. Так. Так. Вот так вот, я думаю. Вполне сойдет. Потому что мы мало пользуемся. Я так думаю, что мне отстреливаться надо будет. А как? А, открыть? Блин, я не открыл. Поток разделен. Значит, и щитков там два. Блин. Первый где? Первый вот здесь, наверное, да? А зачем я взорвал? Неизвестно. Ладно, чё уж теперь. Нет. Вот камера. Которая мне не нужна будет. А где ты там уходишь? О, смотрите, как далеко она уходит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка, давай-ка. Открыть. Вот теперь вот можно идти. Так, я там зря поди взорвал. Ладно. Поживем, увидим. Доживем, узнаем. Выживем, учтем. Предохранитель. Стой, вот этот и там. Вот это. Вы там мне нужны. Вот так вот. И вскрываем. Смотрим. Так. Что у нас здесь? Оп, оп, оп. Открыли. Перешли к другой штуке. Так. Ага. Открыли. Переходим опять к другой штуке. Открыли. Чем? Это еще что? Что за хрень? Кандидат. Что-то взламываем. Ага, так. Я тоже пострадал. Ага. Взламываем. Что видим? Нарисовался-таки. Но тебе б только за тенью побегать. Как делишки? Дэмиан Брэнкс. Он что тут забыл? Прости, что заставил побегать. Вижу, хватку ты не потерял. Есть дело. Так что не мешкай. Сигналка сработала. Вали. Это в планы не входило. Но что уж теперь поделать? Выбирайся. И милости просим. Зачем он угрожал Нике? Наши пути разошлись. После Мерло. Ну дай. Он же сказал, беги. Не тормози. Похоже, для вас, Громила.
понял, и есть новое задание. Ноги в руки и вперед. Ой-ой-ой, это моя машина была. Вот для чего надо было, не надо было взрывать. Так. Ловушка. Давайте потихонечку тогда для начала вот этого вырубим. Да, ушел. Так, дальше мне. Да. Да. Да нет у вас раненых. Блин. Где он там? Я его не вижу. Тихо. Вот так. Я успею скрыться. Я быстро бегаю. Опаньки. Оп. Оп. А я и не собираюсь. Я собираюсь сваливать. Опаньки. Вот и все. Осторожно, он рядом. Черт, я же... Вот так вот легко и просто. Как прогуляться. А теперь напрямки. Давай, 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 давай. Вот я и вылез. Ладно, все, он ушел. А теперь поедем, взломаем несколько сетей, будем себе город открывать, чтобы нам дальше воевать можно было. Тихо, 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 тихо. Вот он, местоположение абонемента. Абонента, абонемента, абонента. Так. Нет, давай-ка вот сюда мы поедем. Итак, туда не получилось съездить. Зато приехали навстречу к этому ушлепку. Опаньки, а тут всего лишь побрякушка. А нет, вот он. Разве не умница? Я плачу. Дэмиан, соскучился? Еще бы. Звонил Ник. Что нужно, Дэмиан? Грубее. Господи, да расслабься ты уже. Где мой старый кореш? Помнишь? Я за компом, а ты занимаешься мужской работой. Я хочу помочь. Ищем-то мы одно. Ответы. Ты на нас напал. А ты, говорят, зашел в тупик. Так и думал. Итак, у меня есть добрые вести. Мерло! Опять ты? Мерло, это твой косяк. Херня. Ты еще легко отделался. Слушал бы меня, никто бы и не узнал. Ты не погиб бы? Моей племяннице Лене было всего 6 лет. Нет, вы поглядите. Обвинил меня в семейном долге. Дэмиан разозлил плохих парней. А как же я? А что ты? Я тоже пострадал. Я стал калекой. У меня все отобрали.
Дошло? Нужно держаться вместе. Два раза. Обойдись без тебя. Был другой хакер. Был второй хакер. И я знаю, как его найти. Может и так, Деня. Но ты не справишься. Без меня. А вот я без тебя. Запросто. Да постойте. Это же зацепка. Ну-ну. Ну, посмотрим. Сейчас, походу, я пойду по городу, пока поброжу. Разблокирую все оставшиеся, если есть такая возможность. Я уважал Дэмиана. Он научил меня всем выкрутасам с кодом. А я в ответ научил его работать с людьми. Человеческий фактор не менее важен. Мы были командой. После аварии я забыл о нем. Вытолкнул из своей жизни. А он опять нашел мое слабое место. Он что-то знает о Мерло. Итак, на этом все. Подписываемся на канал, ставим лайки, оставляем ваши комментарии. Пока!